Добрий вечір, шановні друзі. Телевізійні програми, які починалися пушкінськими рядками і які вів мій сьогоднішній співрозмовник, були в Радянському Союзі одним із найяскравіших. Їх дивилися майже усі. Сьогодні у нас в гостях легендарний телеведучий, видатний фізик, академік Сергій Капіца. Добрий вечір. Я дуже рад вас сьогодні бачити в добром здравии. Я перед тем, как готовиться к этой беседе, много о вас прочитал. И прочитал, что вы не только доктор наук, не только профессор, академик, но вы еще, я выписал себе, я это не могу по памяти цитировать. Вы еще перечислять эти цитаты. Создатель феноменологической математической модели гиперболического роста численности населения Земли. На минуточку. Да, это производит впечатление. Производит. Ваш отец, великий физик, экспериментатор, лауреат Нобелевской премии Петр Леонидович Капица, фигура во всем мире популярная, уважаемая. Легко ли или трудно ли быть сыном такого отца? Я всегда говорил, что это дает столько же преимуществ, сколько недостатков. Может быть, даже больше трудностей создает. Так что это все уравновешивается в жизни. Вас называли сын отца физтеха, учитывая, что Петр Леонидович основал знаменитый физтех. Да. Был тоже один физик в Московском университете, Тимирязев. Его назвали сын памятника, потому что у нас в Москве есть памятник Тимирязев. Что-то вызывает не те ассоциации. У вас никогда не возникало мысли в течение жизни, а вот кто мощнее, как ученый, я или отец? Никогда не хотелось доказать отцу ничего? Наоборот, по-моему, это бессмысленный спор. Академик, ваш отец был более 30 академий, гордость России 20 века. Да. Вообще фигура монументальная. Он и в жизни был такой, таким монументальным и мощным? Он был серьезным человеком, я бы сказал так вот. Не столько монументальным, сколько серьезным. Так. В чем это выражалось? В личности. Вот интересно, такой мощный академик, такая величина, такое светило в повседневной жизни, он тоже такой выпуклый, мощный? Нет, как-то я не знаю, мне очень трудно судить, потому что я все-таки с ним близко соприкасался, у нас даже совместные работы были, когда он был в тяжелом положении, жил на даче в конце 40-х годов. Но он очень ревностно относился к своему, так сказать, известности. У меня был такой случай, там получил Нобелевскую премию, он спасался от тех журналистов в правительственном санатории Барвиха за железным занавесом. А я к нему ездил, все рассказывал. Ему было интересно. Я приехал как-то к нему и обнаружил, что он сидит в парке с очень молодой, очень эффектной дикторшей центрального телевидения, которая проникла. Настоящий лауреат Нобелевской премии. Да, в это самое место. И я к ним подошел, они симпатично разговаривали, и она сказала, что смотрите, какой у вас знаменитый сын. Вот я знаменитый, он только известен. Говорят о знаменитых ученых, рассказывают, что они рассеянные и недотепы в жизни, рассказывают какие-то случаи жизни Ландау, Эйнштейна. Ой. Отец был организованным Он человеком? Он был организованный человек и очень четкий, я бы сказал, и таких вещей при нем истории таких даже не слыхал. Но как-то у него была такая очень четко организованная жизнь. Это очень, по-моему, много зависело от нашей матери с братом, она следила за порядком в доме, и регулярный образ жизни, по-моему, продлил жизнь отцу. И это вообще необходимо, по-моему, для всякого серьезного человека. Вы родились, страшно даже представить, в Кембридже, где в то время в лаборатории знаменитого физика Резерфорда работал ваш отец. Да. И до 7 лет, первые 7 лет своей жизни вы прожили там, в Великобритании, в Кембридже. Совершенно верно. Вы помните что-нибудь из той жизни? Я много помню, хотя у меня все время это как-то перепутывается с воспоминаниями более поздних. Ведь вот я месяц тому назад вернулся из Кембриджа, даже меньше. 2 недели мы провели там с моей женой Таней. Там остался наш дом. Который отец построил. Да, Капица Хаус, он так и называется. И мы там жили с братом, мы живем там, иногда выезжаем туда и... Очень тоже симпатично. Там довольно большой участок при доме. Когда-то там был теннисный корт. Сейчас корта нет, но дом очень удобный. Там же. Да. Ну вот английское детство. Хорошо сказано, английское детство. Вы помните что-то, какие-то эпизоды оттуда? В первую очередь я язык хорошо помню. Практически разговариваю по-русски, по-английски с равными возможностями. И это, конечно, сильно расширяет
какой-то кругозор человека. И это, пожалуй, главное, что я помню. Ну и все-таки как-то стиль жизни и все остальное, оно как-то очень рано закладывается. Поразительно, такие нестабильные годы в России, уже начинались репрессии. У отца устойчивое положение в Великобритании, вдруг он бросает все и уезжает вместе с семьей. Нет, это было не так. Это он уехал в 22-м году, туда, в 21-м году. В Великобританию? Да, как секретарь комиссии ученых, которая должна была восстанавливать научные связи с Европой после революции и гражданской войны. А во время вот испанки, этой страшной эпидемии, он за месяц потерял своего отца, свою молодую жену и двоих детей. Вдруг весь мир, который у него был, развалился. Понимаете, это было очень для него тяжелое потрясение. Был очень обещающий, начинающий научный работник. И вот такое случилось. И тогда они взяли его с собой, вот его учитель Йоффе там был, и человек, который потом стал его тестем, академик Крылов. Они поехали вместе с отцом, который хорошо знал и немецкий, и французский, и английский языки, как ученый секретарь при двух почтенных академиков. Они были, значит, в Германии, во Франции, потом поехали в Англию. И там так получилось, что его взяли в аспирантуру, выражаясь по-нашему, к Резерфорду. На минуточку. На минуточку, да. И это оказалось на 14 лет. Там состоялась его блистательная карьера научная. И он каждый год практически приезжал в Советский Союз. Ему нравилось? Семья оставалась здесь. Ему нравилось, что происходит в Советском Союзе? Ну, он, знаете, вот и он, и дед воспринимали жизнь политическую как нечто такое, знаете, как погоду, которую нельзя изменить. Хотя, конечно, он и вмешивался в политический процесс, как это не парадоксально. Еще как. Но он считал, что его главное призвание – это работать. Ученый, наука тогда и физика была, конечно, это был центр вообще мировой физики. Все наиболее существенные открытия были сделаны там. Он был очень дружен с одним из величайших физиков нашего времени, Дираком. И сам Резерфорд, конечно, была поразительная личность. И вот его контакт с Резерфордом очень многое дал в этом отношении. Конечно, Резерфорд понял, по-видимому, масштаб отца, который получил инженерное образование. Он кончил политехнический институт в Петрограде. Это вообще замечательный институт, конечно, и мы очень многим обязаны его созданию. Это целая история. Была весьма консервативная система университетов, а при нарождающемся российской промышленности, индустрии, когда премьером был Витте, он по наущению Менделеева организовал сеть политехнических институтов. Один был в Киеве, да, совершенно да. верно. Тогда же. Другой был в Петербурге, в Томске. И, кажется, на Украине еще один был. Нет, потом он появился. Вот это была сеть таких институтов, которая должна была готовить научно-технические кадры для русской промышленности. Идеологом, я повторяю, был в какой-то степени этого движения был Менделеев. И этот институт были организованы при Министерстве финансов. Во-первых, там денег было больше. Вот тогда хорошо финансировали науку, видимо. Да. Вообще науку плохо финансировали в императорской России, но при Министерстве финансов она была. Где же еще деньги? А к тому же это было разумным инициативой правительства. И второе, там был еще другой, пятый пункт не работал. Расовый пункт. Потому что евреи практически не имели доступа в университет. Там были всякие хитрые загвоздки, несмотря на то, что было, черта оседлости была ликвидирована. Но прямого доступа к высшему образованию у них такого не было. А туда можно было поступать. Профессором главным физики был Йоффе. Понимаете? Вот это тоже был фактор, интересно, который серьезно. И вот советская физика выросла в значительной мере из этого центра. Другой центр был в Москве.
может быть, одним из главных действующих лиц был Вавилов. Но самый большой центр, конечно, был, причем именно физико-технический центр. Это был физико-технический институт, который до сих пор является главенствующим, где наука и техника была объединена вместе. Физтех. И физтех родился из этой же традиции. Я сам кончил МАИ, не физтех. Я потом стал профессором физтеха и 35 лет возглавлял главную кафедру физики там. Я думаю, что вместе с профессором математики Кудрявцевым Левом Дмитриевичем, замечательный совершенно ученый, и наш ректор, который в это время был Белоцерковский, 25 лет был ректором, потом Карлов, мы создали вот этот институт, который по существу занимает положение, наверное, в первой пятерке или десятке институтов мира такого класса. Сергей Петрович, ну отец в 35-м году, когда возвращался с семьей назад в Россию, не боялся? Нет, он вернулся сюда и не думал, что его оставят в России. Понимаете? Но он приезжал, повторяю, каждый год. Хотя его друзья предупреждали, что будь аккуратен. Все-таки? Да. Но в этот раз он приехал, и было, теперь мы знаем, что было специальное решение Политбюро оставить его в России. Он был сложный переговор с правительством, в результате которого ему построили институт за 2 года. Сейчас 2 года бумаги надо оформлять идиотские, чтобы что-то сдвинуть с места. За 2 года был построен институт. В 1935 году он был назначен директором. И этот институт сыграл очень большую роль. Главным теоретиком там был Ландау, которого, правда, вскоре посадили, но отец его выцарапал из тюрьмы. Там была открыта сверхтекучесть, которая была отмечена Нобелевской премией. И Ландау получил Нобелевскую премию, и отец. И потом была создана кислородная промышленность. Он изобрел место получения кислорода в гигантских масштабах, которая, кстати, могла бы содержать всю Академию на все века с полными потрохами. Потому вклад в промышленность, которую это дала, это был очень серьезный вклад в нашу военную усилие. Сталь, кислород для летчиков и масса других применений получали индустриальным способом, который, например, в Германии его не было. У вашего отца было удивительное хобби, он любил писать письма Сталину. Ну, я бы не назвал это хобби, это была такая, я бы сказал, просветительская деятельность. Потрясающе вообще. Много писем он написал? Общая переписка его с начальством порядка 300 писем. По-моему, несколько десятков них, я точно не помню цифру, по-моему, 70 писем было к Сталину. Сталин отвечал ему? Да. И там был такой, он несколько лет жил на даче, когда он не мог сговориться с Берией, участвовать в атомном проекте. Он же отказался от атомного проекта, да? Да. Он вышел из этого комитета тогда, и он жил на даче. Его не арестовали, ничего, но он так аккуратно там существовал. И вдруг, по-моему, это было в 51-м году, к нему приезжает на дачу насмерть перепуганный комендант местных госдач. Когда-то вот сейчас дача, которая живет мой сейчас брат, она была от дачи, которая была на государственном счету в свое время. Приезжает этот комендант и говорит: Петр Леонидович, вас просят позвонить по вертушке, правительственной связи по такому-то телефону. Отец говорит: у меня больше нет вертушки. Тогда позвоните из моей конторы. Он поехал в контору, к этому бюрократику, и позвонил по этому телефону, к которому подошел Маленков. И говорит: товарищ Капитец, почему вы перестали писать письма товарищу Сталину? О чем отец писал? О науке и обществе. О судьбах науки. Или конкретные дела, понимаете. Это вообще наука и общество, вот это была главная его тема. И сейчас они представляют большой интерес. Они изданы? Они изданы, да. Это, были совершенно, это была совершенно конфиденциальная переписка. Их печатала на машинке моя мать. По таким иногда довольно конфиденциальным каналам она доставляла Сталину. Не думать, что были простые времена. И вот это было такое. Интересно, дело. Кто-то из ученых сегодня пишет Путину или Медведеву письма? Я не знаю. Я думаю, что пишут. Но опять-таки это настоящие письма не остаются конфиденциальными. Через 100 лет мы узнаем. Отцу не страшно было вступать в конфликт с Берией из-за выхода из атомного проекта? Ну, я не знаю. Это сложная очень история, понимаете. Мне трудно быть судьей в этом деле. Но во всяком случае Берии был расстрелян в свое время. А отец выжил. Отец выжил.
Там был тоже любопытный случай. Вот летом 1953 года на даче, опять-таки, был чудесный летний день. Когда Берию взяли как раз, да? Ну вот, мы не знали, что происходит. И на даче вдруг приехала машина и перевезла начальника первого отдела Академии наук, секретного отдела, и человека, который был представлен пожарником, инспектором пожарной службы Академии, чтобы проинспектировать пожарное состояние той лаборатории, которую отец там устроил. Но отец сказал: ну, Сергей, займись ими. Но я скоро понял, что пожарник гораздо важнее, чем того человека, который его привез. Третьим, он никакой не пожарник, потому что он не знал разницы между углекислотными огнетушителями и пенными. Пенными огнетушителями нельзя гасить электрические установки. А углекислотными можно. У нас были те и другие огнетушители. Так что это была такая дешевая маскировка. Они пробовали на даче, были абсолютно, сказать, корректны. Я предложил им пойти искупаться прямо тут перед дачей: река, Москва-река, жаркий летний день. Нет, они никуда не отлучались, ни на секунду. А какая цель была визита? Мы так и не могли понять, потому что пожарная инспекция нам довольно скоро исчерпалась. И они просто находились там. Потом часа в 4 они уехали. Так же неожиданно, как они появились утром. После этого я поехал на дачу, где мы жили с Таней, рядом. И вечером я уехал в город с моим тестем. Замечательно совершенно человек, он был очень крупным врачом. И мы вместе приехали в Москву, переехали через мост, там вот, как теперь ехать, к МИДу. И видим, что на улице стоят танки с расчехленными пушками. Непонятно что. Иногда танки появляются перед парадом. Но 1 мая уже прошло, 7 ноября далеко. А иногда перед Белым домом, но его еще не было. Белый дом еще не было. Мы обратили на это дело внимание. А утром мне звонит моя теща и просит срочно к ним приехать. Они жили как раз там вот около, на Смоленской площади. Я приезжаю к ним. Она мне говорит: Сергей, вы знаете, у нас есть такая подруга, Наталья Абрамовна Ушакова, художница, их называют дизайнерами. Она, кстати, сделала очень хороший экслибрис моего отца. Такой крокодил изображен, который он наклеивал на свои книги. Да? Эта дама была приглашена декорировать клуб милиции. Ну, такая нормальная работа для дизайнера. Вечером того дня, как случилось вот все это, то, что я вам перед этим рассказал, к ней пришел тоже насмерть перепуганный директор московского клуба милиции и говорит: Наталья Абрамовна, уберите, пожалуйста, портрет товарища Бери. Сделайте это незаметно и никому не говорите. Ну, она, конечно, с удовлетворением выполнила эту просьбу и тут же рассказала своей ближайшей подруге, моей теще Татьяне Дмитриевне. Она знала, что Берия не лучший друг моего отца. Она позвонила мне, я поехал на дачу и рассказал отцу. И как-то эти события даже сцепились. Хотя мы не могли понять смысла этого дела. Через много лет была какая-то в Москве встреча с военными, я был приглашен туда. Такая нормальная светская халява, как говорят теперь. И один из офицеров, я как-то рассказал эту историю, офицер сказал, что они были вот из подмосковных этих дивизий, Кантемировская, там еще другая, что вот в эти дни, когда арестовали Берию, значимые военные фигуры, генералы, это да, значимые фигуры общественного плана, их прикрывали специальные вот офицеры, которые отправлялись к ним и стерегли, чтобы их могли бы эвакуировать, может быть, в расположение этих частей, потому что у Бери было две дивизии в Москве, и никто не знал, что будет. Как интересно. Вот, понимаете. Высоцкий когда-то пел, когда вы как раз вели программу «Очевидное невероятное», говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут о бессилии науки перед тайной Бермуд. Совершенно верно. Наука все объясняет вообще, как вы считаете? Ну, она объясняет все, что она может объяснить. Она больше может объяснить или больше не может объяснить? Нет, я думаю, что она все-таки очень много объясняет. Потом она дает путь к объяснению, понимаете? Вот это самое главное. Метод науки. Самое ценное ее метод.
Я хочу с вами поговорить об очень интересной для меня теме, о религии. Я знаю, что вы человек крещенный, причем крестил вас лауреат Нобелевской премии, на минуточку, великий русский физиолог Иван Павлов. Да. Я знаю, что практически ни один из лауреатов Нобелевской премии в Бога не верил. Да, я так думаю, что это достаточно точно. Может, по литературе они верили, я не знаю уже, это другой мир. Скажите, Бог есть или нет? Ну, я говорю, что мое главное расхождение с церковью заключается в том, что я говорю, что человек придумал Бога, а они говорят, что Бог придумал человека. Вот это главное мое расхождение. Как понятие, очень важное понятие в культуре человека, издавна было понятие Бога. Это очень мощное и очень важное понятие. Как понятие. Как понятие. Но персонификация его и превращение его в некий абстрактный объект, это как-то... Вот я считаю, что наука — это есть вот современный Бог, если так можно выразиться. Наука объясняет все происходящее, и в том числе происхождение Бога, как понятие. Как физик вы утверждаете, что Бога нет? Я думаю, что в смысле, как его рисуют, так его нет. А что-то есть вообще вот сверхъестественное в мире, вот как Бог, вот что-то, судьба, может быть, что-то еще? Ну, понимаете, есть вероятность, есть наше восприятие мира, понимаете, это и есть наука, понимаете? И наука все время раскрывает новые и новые границы. Но не надо слишком механистически подходить ни к понятию Бога, ни к возможностям науки. Я знаю, что вы дружите с патриархом Кириллом, человеком очень умным, на мой взгляд, мудрым, да, образованным, интеллектуальным. Очень, да, очень живого ума. Вот мы как раз с ним рассуждали. Вы спорите на эти темы с ним? Ну, вот я ему говорил об этой теме, он так уклонился от прямого ответа. Вас не возмущает засилие на телевизионных каналах и вообще в повседневной российской жизни церковников? Ну, по-моему, это перебор в неком случае, потому что все-таки у нас религия должна быть отделена от государства, понимаете? И она уже сращена, по-моему. И к тому же уровень их бывает очень низкий. Я помню, был, когда-то меня призвали беседу с каким-то священником об интернете. Каждый раз, когда он увидел компьютер, он крестился, потому что он считал, что это дьявольское изобретение. Ну, можно иметь дело с таким человеком. Я, кстати, говорил Кириллу, что и при уровне таких людей, если они будут преподавать школьникам, то они будут объектом бесконечных издевок и издевательств, потому что эти мальчики наглотаются из того же интернета такого, что ни одному батюшке не понравится. Я сказал ему, что если вас можно было бы клонировать и распространить, сказать, 10 тысяч Кириллов в нашей стране, тогда, может, вы повлияли бы на дело. А так, возьмите опыт царской России. Религия опиум или нет, как вы считаете? Ну, я думаю, что это довольно точное определение. Правда, вы знаете, что такое наука? Тупим для начальства. Откуда в таком случае взялся человек? Вот откуда он произошел? Ну, как можно объяснить это? Ну, сейчас как раз на этот вопрос можно дать более полный ответ, чем давался раньше. Эволюционно он произошел, так сказать, между нами генетически, сейчас это все делается. Пасьянс генома раскладывается, и мы отличаемся даже от мыши довольно ничтожным образом. Понимаете? Многие люди так похожи на мышей, что просто не отличишь. Вот именно. Но было сделано очень интересное открытие. 2 года тому назад, или год тому назад, был найден ген, 1 или 2 гена, H1F он называется, который управляет развитием мозга человека. И сейчас многие связывают, это сделано было большой международной группой ученых, это опубликовано и сейчас принято очень многими людьми, который показал, что вот приблизительно 4 или 5 миллионов лет тому назад этот ген появился. Откуда? Ну, как мутация, это же маленькая опечатка, понимаете? В том тексте, который запрограммирован. Вот как пример, я помню, довольно давно я интересовался этими вещами. Есть дефект речи. Не заикание, что-то такое, задержка речи. У нее есть клиническое название какое-то, оно легко удаляется, когда в детстве появляется такой дефект. Упражнениями, которые делают логопеды,
он корректируется. Но он четко передается по наследству и связан с наследственной природой человеческого генома. Этот ген обнаружен. И это ничтожная опечатка, а там... Сбой. Аминокислоты. Одна аминокислота на какой-то 2 или 3 атома, другая. Вот этого достаточно, чтобы у человека в высшей нервной деятельности появился вот такой какой-то маленький такой дефект речи, понимаете? А здесь, по-видимому, гораздо более крупная вещь появилась. Может, она появлялась раньше. Но с человеком случилось так, что она развилась. Это случилось приблизительно 4,5 или 5 миллионов лет тому назад. И продолжает развиваться? Нет. Теория Дарвина верна? Верна. Верна? Да. Это не только теория, но это и метод Дарвина, понимаете? Опять-таки, это метод эволюционного подхода, понимаете? Это, кстати, очень важное представление. Я только что вот был в Кембридже. На родине. На родине своей. В университете там была очень интересная конференция. Назывался Дарвиновский фестиваль. Это была неделя, куда были приглашены многие ученые из многих стран, которые обсуждали по сути наследие Дарвина, как дарвиновское учение, дарвиновская теория повлияла вообще на современное естествознание. Мы видим, что это было, конечно, колоссальным сдвигом. Появилось вот такое эволюционное познание. Кстати, то же самое надо его применять к религии. В чем трудность с религией? Она не любит эволюционировать. Закостеневшая абсолютно. Она закостеневшая, да. Понимаете? Вернее, она тоже эволюционирует, понимаете? Было когда-то многобожие, потом появился один бог, авраамическая революция, как она называется. Потом появились всевозможные деления на православие, на католическое. Католичество появилось, потом протестантство. Но она, на мой взгляд, просто скучна. Вот сейчас смотришь по телевизору, песнопения там, все. Ну да, они не развиваются, да? Понимаете? Они догматичны. Они замерзают на каком-то... Но появляются ереси, это те же мутации. Секты, да. Понимаете? Но они борются с ними железными руками. Понимаете? Инквизиция для этого была создана. И они не допускают даже обсуждения таких вещей. Наука все время находится в дискуссии. Понимаете? Да, да, да. Вы спрашиваете, верна ли теория Дарвина или нет? А верно ли богословие или нет? Такой вопрос в рамках церкви задавать нельзя. Не стоит вообще. Понимаете? А в науке он стоит непрерывно. И, кстати... Дарвиновский вклад заключался и в этом. Он показал, что вот происхождение вида, происхождение всего разнообразия живого основано на таких сложных изменениях и на процессе, то, что мы называем эволюционный процесс. Сергей Петрович, вот я себе иногда задаю вопрос, вот чего больше всего хочет человечество? Я думаю, что бессмертие. И вот смотрите, Майкл Джексон, да, поменял расу, сделал себе уйму пластических операций. Какое ничтожество это Джексон. Спал в барокамере много часов, ел там рис и орехи. И ничего не смог обмануть годы, время. Я не знаю, он для меня не является ни примером, ни интересным объектом. Но хотел бессмертия. Понимаете, бессмертие есть у человека. Мечтал прожить 120 лет. Дело не в этом, понимаете. Бессмертие есть, оно, во-первых, двух ипостасях. В физическом это ваши дети. Понимаете? Без детей не было бы бессмертия человеческого рода. Это первое. А второе в ваших делах, в ваших мыслях, в вашем наследии духовном. После вас останутся ваши передачи, ваши книги. Хорошо. А вы верите в бессмертие, в то, что оно возможно, физическое бессмертие? Нет. Я думаю, что это просто... Это вообще-то, да, понимаете, это можно задержать это. Процесс. Наука не может прийти к тому, что вот... Во-первых, может сократить жизнь, понимаете? Это хорошо известный процесс, и мы не будем его обсуждать. Да. Но можно. Вот я рассказал об отце, который дожил до 90 лет, и, я думаю, регулярный образ жизни, и он никогда не пил существенное количество алкоголя, хотя каждый день он выпивал рюмочку коньяка, и мать говорила, что он спивается окончательно. Но вот я бывал в Америке, в таких шикарных гостиницах живут старухи. Растения. Которые абсолютные растения. Их так называется vegetable, понимаете? Это, по-моему, страшнее не придумаешь. Судьбы. Надежда на то, что человечество придумает нечто, что даст возможность жить вечно, существует или нет? Нет, я думаю, что не существует. Исключено. Это противоречит самой природе живого. Понимаете? Не дали надежды. Не дали надежды. Но в делах оно есть. Понимаете? И вот это то, что движет
культурой человека. И в конце концов, чем мы отличаемся от обезьяны? Только культурой, разумом. Ну, многие ничем не отличаются. Ну, так это их дело. Я думаю, что ваши... Возможности есть, реализуют ли они их. Я думаю, что ваш отец был бы искренне удивлен и поражен, что придумали метод клонирования. Что вы думаете о клонировании? Ну, во-первых, вы воспроизводите физическую составляющую. Да. Но не она определяет это дело. В конце концов, клонирование в природе. Близнецы – это тоже клонирование. Своеобразное, да. Нет, ну, точно клонирование, понимаете? Есть разные близнецы. Есть однояйцовые, mm-hmm. есть разнояйцовые. Да? Они практически генетически идентичны. Были бы они так же идентичны, как получается при клонировании. Так что по существу это неестественный способ получения близнецов. Вам интересно клонирование с точки зрения ученого? Я не занимаюсь этими вещами. Я немножко слежу за такими вещами, размышляю на эти темы, но это поразительное просто открытие современной поразительное, биологии. Поразительное, конечно. Ну хорошо, говорят о стволовых клетках, что вот благодаря им... Это развитие той же самой линии. Потому что вот в каждом куске нашего организма есть записан весь ваш геном, понимаете? Только вот я возьму такую штуку, там уже есть мой геном. Вот самое. То, что я вот так соскребу, достаточно, чтобы меня идентифицировать. Ежегодно в мире миллионы людей умирают, погибают от рака. Да. Я все думаю, неужели вот все выдающиеся ученые мира не могут придумать какое-то средство, чтобы остановить этот процесс? Ну, во-первых, надо разобраться в нем, понимаете? И в этом отношении сделано очень многое сейчас. Не ждите чуда, как говорится. Чуда не будет. Чудо, может быть, и будет, понимаете? Когда-то люди умирали от чумы, умирали от других болезней. Холеры. Теперь нет от холеры. Тоже можно сейчас умереть от холеры, понимаете? Но если вы ведете, так сказать, правильный образ жизни. Мойте руки перед едой, то этого не будет. То есть вы считаете, что от рака будут спасать все-таки? Я думаю, что мы сейчас уже многое сделано. Понимаете? И ясно, что это связано с генетической природой человека. Разговоры о СПИДе идут в мире уже лет 15, наверное. А СПИД вообще существует? Потому что некоторые ученые говорят, что СПИДа нет. Что это выдумка. Нет, я думаю, что он есть. Но опять-таки его природа генетическая, очень хитрая. Это связано с самым понятием иммунитета. Понимаете, это болезнь иммунитета, если так объяснять. Но сам иммунитет – это очень сложное явление. А иммунитет тоже связан с генетической природой человека. Священнослужители пугают нас апокалипсисом, концом света. Да. Как вы считаете, как физик, теоретически это возможно, что в один прекрасный день наступит конец света. Физика вам обеспечит апокалипсис в любой заданный момент, если вам очень хочется. Пару атомных бомб, да? Не пару, а достаточно. У нас количество достаточно для этого цели. И мы можем это дело сделать. В конце концов, возьмите Первую и Вторую мировую войну. За это время было потеряно почти 8% населения Земли. Причем не прямыми действиями военными, а... Голод. Голод, вот так как вот от того и случилось вот это. Испанка, что Европа была подорвана здоровьем, здравоохранением, иммунитетом, и она распространилась очень быстро. Сейчас нас стращают этим птичьим гриппом или свиным гриппом. Что такое птичий грипп после испанки? Да? Вот именно, понимаете, когда 50 миллионов людей умерло. 50 миллионов? Такие цифры я называл, они пересмотрели. Раньше называли цифру 20 миллионов. Сейчас я видел цифру 50 миллионов. Надо, может быть, аккуратным с этими цифрами. Сергей Петрович, в 70-е годы много очень уважаемых ученых-физиков и в Советском Союзе и в Соединенных Штатах всерьез занялись проблемой НЛО, неопознанных летающих объектов. Скажите, вот раз и навсегда, это чушь, это придумано или это существует? Я думаю, что это в каком-то смысле кому-то очень нужно. Понимаете? Кому? Ну, тем, кто этим занимается. Понимаете? Это очень удобно иметь такую вещь. Летающих тарелок нет? Нет. Инопланетных цивилизаций нет? Это другой вопрос, понимаете? То есть теоретически могут быть? Теоретически могут быть. Вообще вопрос зарождения жизни, понимаете? Известно, что в космосе наблюдаются те же, мы видим физические
симптомом присутствия аминокислот, которые являются необходимыми, так сказать, буквами того, из чего составлена жизнь. В метеоритах находят следы веществ, чуть не подобные белкам. А от того, что, понимаете, если они зародились там, то почему они не могли зародиться на Земле? Это очень сложный вопрос. Есть так называемый антропный принцип. Это принцип, что он связан, так сказать, с уникальностью жизни на Земле или наоборот. Это космическое явление. Есть ли жизнь на Марсе? Вот именно. На Марсе тоже нет жизни, как кто-то говорил. То есть, теоретически можно допустить, что где-то там... Вполне возможно. Это не противоречит никаким представлениям ученых. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був легендарний телеведучий, видатний фізик, академік Сергій Капіца.